Романа Юрченко Невский районный суд отправил за решетку до 5 января. Напомню, майор спасательной службы в отставке в понедельник приехал к отцу на Караваевскую улицу. Была годовщина смерти матери арестованного. Мужчины накрыли стол, выпили, а затем сын схватился за нож и набросился на родного отца. Полицию бывший спасатель вызвал сам. Оперативникам бессвязно говорил о неких незнакомцах, которые якобы на него напали, он защищался и одного убил. В состоянии сильнейшего алкогольного опьянения его увезли сначала в больницу. Там наложили швы на изрезанные руки, а затем доставили в отдел. Следствие полагает, что в ночь с 5 на 6 ноября, находясь в квартире дома по улице Караваевская, с целью убийства своего отца на почве личных неприязненных отношений, Юрченко нанес ему не менее 10 ударов неустановленным следствием острым предметом в спину и шею. Отец фигуранта скончался на месте происшествия.